это двупарная многоножка из Африки. А их две. Ну, одна что-то они какие-то все морковку с огурцами не едят. Видимо, в Африке таким не кормят. Честно, про нее еще что-нибудь почитаю. Жалко, что они все не двигаются. Она мирная и простая в содержании. Если вреда не причинять, не хватать, не дергать, то она не будет вас атаковать своими защитными железами. Вам точное количество лапок не посчитали, поскольку они не только увеличиваются, но и обзаводятся новыми сегментами туловища и парами ножек. Короче, невозможно посчитать, сколько у нее ножек, много и все парные. Не хочет она шевелиться.